14 ноября 2023 года в Институте истории состоялась Всероссийская научная конференция «Казанское ханство. В зеркале фольклора». Конференция посвящалась столетию со дня издания монографии Михаила Худякова «Очерки по истории Казанского ханства». Участниками конференции стали ученые из разных научных центров – Татарстана, Мариэл, Чувашии, Удмуртии и Казахстана. Директор института Ради Кримович Салихов в своем выступлении отметил значимость темы для истории народов Волго-Уральского региона. Та серия мероприятий, которые наш институт, центр Ильнура Митхатовича организует, он как раз направлен на то, чтобы найти новые источники исторического знания, в том числе и в фольклоре народов, которые уже много-много веков проживают на этой территории, которые либо входили в состав Казанского ханства, либо находились в орбите его влияния. Руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Ильнур Мергалеев на конференции анонсировал публикацию коллективной монографии по истории Казанского ханства. Предусмотрена серия круглых столов и конференций, которые затронут дискуссионные вопросы этого средневекового татарского государства. На конференции обсудили проблемы изучения татарского, русского, марийского, чувашского и удмуртского фольклора, связанного с историей Казанского ханства. Все участники отметили актуальность темы и наметили направление дальнейших исследований.